Не стоит бояться силы! Бояться нужно тех, кто ей владеет! Всем привет! Здравствуйте! Я Главанова Ольга. Я озвучиваю Джайну Праудмур в игре Warcraft. Спасибо, капитан. И с течением времени, конечно, у нее даже с течением времени меняется характер, она становится намного сильнее, и, естественно, меняется и мое озвучание, и меняется ее голос. Он был более высокий вначале, сейчас уже она немножко как бы мужественнее, сильнее, и немножко характер другой. Что касается звучания других проектов, то я принимала участие в звучании такого проекта My Little Pony, где я озвучивала Флаттерша и Искорку. Озвучивала сериал «Друзья» Рэйчел Грин. Озвучивала «Секс в большом городе» Шарлотт. «Аббатство Даунтон». В «Великолепном веке» озвучивала Гюльшах и Нигер Калфу. Ну и так далее. Сейчас мы приступим к звучанию игры. Моя блудная дочь вернулась к народу, который предала. Зачем? Я пришла просить Култирос о помощи от имени Альянса. В этом нет вины Альянса, только моя. В этом нет вины Альянса, только моя. Вот значит как. Ты признаешь, что была виновна в смерти наших людей? Это так. Но я готова сделать все, чтобы искупить вину перед Култиросом. Ты принимаешь приговор своей родины? Я приму твой приговор, мама. А, это не будем. Мы опоздали. Весь город должен быть очищен. Джайна. Прости меня, Артас. Я не могу на это смотреть. Можно было вмешаться. Он бы не стал. Он был бы жив. Меня поражает твоя наивность, Джайна. Дейлин. Прошу, остановись, отец! Ты не понимаешь! Я понимаю больше, чем тебе кажется, дитя. Я была слабой. Может, со временем и ты поймешь. Взять их! Заставить его понять. Отец! Нет! Отец! Почему ты не послушал меня? Прости меня. Прости отца. И прости саму себя. Поднимайся, милая. Не мешай мне думать. Не мешай мне думать. Меня интересует только магия. Меня интересует только магия. Вот бы изменить прошлое. Керн. Горош. Терамор. Как будто я всегда выбирал неверный путь. У всех нас руки в крови. Сильвана придет сюда. Громовой утес сгорит, как Тельдрасил. Помнишь, как мы с тобой уже бились вместе на склонах горы Хиджал? То древо жизни не погибло, потому что Орда и Альянс были вместе.
Орда, Альянс. Мы ходим по кругу снова и снова, Джайна. А потом все рушится. Что теперь изменилось? Мы, Трал. Дерек. Мой брат. Я была тебе лучшего мнения. Отвечай мне. Он марионетка Банши, начиненная чумой? Еще одна бомба, да? Мы позабыли о самом важном. И это ранит мое сердце. Сильвана убьет тебя за это. И... Возможно, не только тебя. В чем ценность жизни, если ты идешь против своей природы? Бэйн. Спасибо. Запомните, герои. Сила. Обоюдоострый клинок. Одна его сторона — свет. Другая — тьма. В минуту отчаяния мы согласны на все. На любые жертвы ради победы. У всякого дара есть своя цена. И многие готовы ее заплатить. Цена эта вселяет ужас в праведных. Не стоит бояться силы! Бояться нужно тех, кто ей владеет! Я знала. Я чувствовала, что часть его души рвалась из оков, боролась. Артас. Вот и подошел к концу очередной выпуск рубрики «Голосов Варкрафта». Понравилось ли вам? Пишите в комментариях, кого бы вы хотели увидеть следующего, и обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. По классике набираем 10 тысяч лайков и выкладываем новый выпуск. Большое спасибо за просмотр, всем пока!